А теперь давайте let's look at the table, на общую табличку посмотрим. Парочка такая, will и going to. Если мы только что решили instant decision, мы берем will. Если мы планировали и намеревались, мы берем be going to. Наталья, I'll take my lover and a cat. Да, кота. Вторая пара, когда мы предсказываем. Если мы просто говорим, вот, может быть, пойдет дождь, может быть, я поеду в куда-нибудь, да, когда-нибудь, мы берем will. Это general prediction about future. Угу. Алексей, alcohol, food and some tourist clothes. Окей, clothes, буковку R не нужно, туристическая одежда. Если же мы берем going to, то мы предсказываем на основе того, что мы видим, и можем подставить в предложение подсказочку такую «вот-вот». То есть, если я говорю «It will rain next week», может быть, пойдет дождь на следующей неделе. Я беру «will». Теперь я смотрю на небо, вижу тучи и говорю «It is going to rain». Вот-вот пойдет дождь. Вот это такая пара. Следующее. Мы договорились, записали в дневник или записали себе в голову в дневник, что мы с кем-то встречаемся, идем, гуляем, тогда мы используем present continuous. Это будет personal arrangements and fixed plans. Личные договоренности и планы. И самое последнее. Если у нас есть scheduled action по расписанию, meeting, timetable, airline schedules, встречи, расписание поездов, самолетов, мы берем present simple. Я надеюсь, это все поняли. И попробуем перед тестом проверить, как мы уловили. Итак, первое предложение. Open the brackets. Give me the right variant. Открываем скобочки, говорим правильный вариант, только глагол. The train is leaving, is going to leave, will leave. Okay, you're very good, great. Отлично. Good. So, number two. It snow in the mountains tomorrow evening. В горах завтра вечером. Мария, нет такой формы глагола will be snowing. Определитесь, у вас или continuous, или будущее. Вернее, она есть, но мы ее еще не учили, поэтому мы ее пока не берем. Мы берем или will, или snow. Так, Денис, will snow. Анжелика, is snowing. А это, то есть кто-то с кем-то договорился, и точно будет снег. Не может быть. It snows, Алексей, по расписанию получается. Светлана, is snowing. Кто-то договорился и внес в график. Не может быть. Мария, will snowing. Не может быть такого. Is snowing. Это continuous. Это если у вас договоренность с кем-то. Марат, is going. Кто планирует, что пойдет снег? Окей. Окей, I see. Мария, Мария, Ольга, Лена, Наталья. Will snow. Просто мы не знаем, планируется, не планируется. В горах вы не видите, что там есть. Может быть, пойдет снег. Я думаю, пойдет снег. Мне кажется, что пойдет снег. Окей? Итак, никто не планировал. Никто ничего не ждал, не договаривался. Просто вы так считаете. Number three. В воскресенье в 8 я встречусь со своим другом. Угу. Ну, тут все легко. Very good. I am meeting. Yes, of course. I am meeting. Great. Чуть быстрее идем. Number four. Подожди. Я подвезу тебя на станцию. Окей, okay, I'm meeting, вижу, молодцы. Ага, Денис, Лена, Мария, I will drive, я подвезу. Yes, of course, I will drive, я только что решил, я тебя подвезу. Great, excellent,
Will drive, Светлана, drive, подвозить. The English lesson start at 9 o'clock. Will drive. Yes, yes, good. Итак, английский урок начинается в 9:00. Very good. Starts, of course. Начинается по расписанию, мы берем present simple, starts. Number six. Look at the clouds. Пойдет дождь. Посмотри на облака. Пойдет дождь. Starts, вижу, starts, вижу. Светлана, почему it will rain? Вы так думаете, вы так считаете? Может быть, пойдет дождь? Или вы видите и можете предсказать? It is going to rain, да? Можно сказать, вот-вот пойдет дождь. Посмотри на тучи. Вот если вы можете подставить в предложение вот-вот, мы берем going to. It is going to rain. It is going to rain. Okay, very good. It is going to rain. Алексей, no, не может быть. It is going to be rain. Rain – это уже глагол по-английски. Идет дождь. It is going to rain. Okay, number seven. There is someone at the door. Кто-то возле двери. I open the door. Я открою дверь. Мария. Анжелика. Алексей. Okay, very good.